Подведем итоги работы Управления по делам семьи и детей за отчетный период 2019 года. В 2019 году было проведено 24 профилактических рейда. В ходе рейдов посещено 20 семей, в которых воспитываются 34 ребенка. Проведена профилактическая работа с 30 родителями по вопросам выполнения родительских обязанностей. Вынесено 25 предупреждений родителям об административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. К сожалению, в 2019 году произошли происшествия с детьми. Так, 1 февраля 2019 года произошел пожар домостроения на поселке Мирный, в результате чего малолетний ребенок был временно определен в Краснощинский центр социально-психологической реабилитации детей. В настоящее время хозяева дома проводят восстановительные работы. 6 апреля 2019 года в городе Вахрушево произошел несчастный случай с несовершеннолетним. В тот день ребята играли в футбол на старом стадионе. Мальчик 2005 года рождения поднялся на металлическую конструкцию высотой 15 метров, которая была предназначена для пожарных. Вблизи проходила линия электропередач. Подросток зацепил электрический провод, вследствие чего был поражен электрической дугой. В связи с происшедшим хочется обратиться к родителям. Вы обязаны создать безопасные условия для жизни своих детей, научить их обращению с электроприборами. Главное внимание нужно сосредоточить на обучении детей основам безопасности. Довести до каждого ребенка, что воспрещается лазить по опорам линии электропередач, играть под ними, бросать на провода какие-либо предметы. При администрации города Краснуч продолжает работу комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Так, за отчетный период проведено 3 заседания, рассмотрено 6 протоколов об административных правонарушениях. С родителями несовершеннолетних, которые привлекались к административной ответственности, проводилась профилактическая работа. Хотелось бы остановиться на рассмотрении протокола по части 1 статьи 19.3. Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях в отношении 17-летнего подростка, который совершил неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка. На заседании комиссии присутствовали сам несовершеннолетний правонарушитель и его законный представитель. Члены комиссии, изучив все факты, приняв во внимание положительные характеристики несовершеннолетнего, вынесли определение о назначении наказания для молодого человека в виде штрафа в размере 1500 российских рублей. Однако оплачивать данный штраф будет его законный представитель, то есть мама. Парень должен задуматься над своей дальнейшей судьбой, ведь в его биографии будет теперь значиться привод в полицию, а также возможная постановка на учет врача-нарколога, так как совершал проступок в состоянии алкогольного опьянения. Также в первом квартале администрации города Краснолуч была предоставлена полная гражданская дееспособность 16-летней девушке в связи с вступлением ее в брак. Хочется отметить, что с декабря 2018 года суды Луганской Народной Республики начали свою работу по рассмотрению гражданских дел. Согласно порядка назначения временной опеки и временного попечительства, в 2019 году Управление по делам семьи и детей было направлено 17 исковых заявлений о лишении родительских прав 20 родителей за неисполнение родительских обязанностей в отношении 31 ребенка. Судом уже в отношении 19 родителей принято решение о лишении их родительских прав и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних. Продолжается работа по организации оздоровления детей. Благодаря данной работе 37 несовершеннолетних были направлены на оздоровление в детское учреждение санаторного типа «Незабудка». Уже оздоровлено 29 детей. В первом квартале 2019 года выявлено 13 детей, оставшихся без попечения родителей. Принимались меры по их устройству. А именно, 10 детей устроены в семейной форме воспитания под опеку попечительства граждан. Двое устроены в детский дом семейного типа. Один ребенок временно пребывает в Краснодарском центре социально-психологической реабилитации детей.